Казино ликвидировали в Оренбурге. Оперативники прикрыли очередной игорный клуб, который располагался в гостинице по проезду автоматики. Операцию по ликвидации проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и бойцы ОМОНа. Оперативники уже знали, что комната, в которой проходят игры, находится на втором этаже. Ключи администратор не предоставила, ход пошел лом. Магнит держит. На момент проверки в помещении находились 12 человек. Пояснить, что они здесь делают, отказались. Полицейские провели обыск в казино и нашли хорошо замаскированный тайник. Коробочка. В тайнике были обнаружены деньги, 14 тысяч рублей, колоды карт и фишки. Для дальнейшего расследования оперативники забрали из игрового клуба и два компьютерных системных блока. В настоящее время собран материал проверки, изъято видео с гостиничного комплекса и прилегающих территорий. В полиции поясняют, что процессуальное решение по данному факту будет принято по результатам проверки. Оперативники говорят, что некоторые из посетителей этого игорного клуба ранее уже задерживались при похожих обстоятельствах.